Всем привет-привет! Вы на канале Мистола Крена. Я, короче, в Маке и получила вот такие вот игрушки. Значит, кролик и кошка. Давайте-ка распакуем. Мама. Сева пошел. Мы в новом Макдональдсе на улице Эйнштейновой. Стоп. Посмотрите, что какой-то розовый контейнер, не знаю. Ух ты. Интересно. Не, ну уже мне нравится. Какой-то глобус. Так, какой-то браслетик. И тут вот таких вот можно набрать вот столько вот коллекции. А ну покажи так. В экран. Нет, именно само вот рисуночек. Да. Желтенький. Ну, какие они бывают виды. Угу, понятно. Так, теперь тут какая-то кошка. Ням-ням-ням. Так, подожди, Лена, надо это распаковать. Лен, пока ты там говоришь, папа такой ням-ням-ням. Посмотрите, тут еще стикер. Ух ты. У меня же так раз есть вот такой вот сейчас кролик. Так, а где сама игрушка, я что не понял? Вот она. А, вот она. Так, ну давайте, блин... Не, ну подожди, мне уже нравится такая... Так, ладненько, давайте не тянуть, все, распаковываем самое интересное. Кстати, это необычный Макдональдс, в нем можно купить папа, пиво. Папа. Я взял себе пиво. А, боже, мимишность. Она пахнет. Надо. Она сладкая. Она что-то сладенькая. Она пахнет жвачкой. Точно. Оля, реально пахнет жвачкой, в общем, очень вкусно пахнет. Реально, какой-то жвачкой. Ага, подожди. Может, она съедобная? Лена, вдруг она съедобная? Посмотрите, я поняла, вот тут было, короче, вот такое вот отверстие. Браслет, да? Да, это типа... Мама с Леной в одинаковой футболочке. Да, посмотри же! Ну, давай. Вау! Так, может, ты уже пойдешь с ним? Да, ну давай на эту руку посмотри. Ну, давай на эту руку. И на предплечье, да? На плечо. Вау. Сверху. Буду все пахнуть. Не, ну мне понравилось, что такой глобус. Такой же. Кстати, можно его под что-то использовать. А, так нет, подожди, браслетик только здесь есть. А в том нету? Может, нет, все. Заяц вообще интересно с чем-то. Ну, давай. Так у нас же сейчас будет и заяц. Давай, распаковываем зайца. У нас же заяц! Угу. У нас была киска, да? Котенок. Это мы Нет, это мы не видели. Посмотрите, тут такой как глобус, а тут такой как контейнер. Бокальчик. Угу. Бокальчик. Игрушка. Ну, ладно, там та же самая наклейка, просто я не могу вытащить. Ну, самое интересное. Ну давай. Покемон, пикми. Ребят. Пикми, пикми. А он же тоже такой глобус. Ой, какой он классненький. Нет, почему? Не, посмотри. Ну не, он похожий. А ну-ка. Он пахнет чем-то другим. Обалдеть, Оля, понюхай его. Чем? Ой. Что-то такое знакомое. Тоже. Он тоже похож на жвачку, но совсем другой. Да не, да, на яблочный сок. Но с ванилью с какой-то. Очень. Не, мне просто не сильно я направо яблочный сок. Ну, очень вкусно. Я бы его съел сейчас. И это лежит на руце. Точно, это повешенный рюкзак, когда пойду в школу. Класс. Так, пришел Сева. Все, ребята, вот теперь модняцкая. Угу. Мой пивасик. Посмотрите, у него вот так вот еще ушки могут вот так вот раздвигаться. Класс. Ребят, крош, и это просто Кытя. Кытя. Нет, такие новые. Новый смешарик Кытя. И Сева. Нет, ребят, так посмотрите, вот тут, короче, кролик.
И видите, он должен быть розовый. Сев, Лен, дай понюхать ему. Сев, вот понюхай, только так хорошо понюхай. Скажи, прикольно пахнет. А чем? Мылом. Мылом. Ну кому чем? Но запах очень яркий и мощный. Лен, это виноградный сок. Это виноградный сок. Садочек, вот понюхай. Так вот поэтому к этому виноградный. Вот понюхай. Вспомни виноград садочек. Да, да, точно. Стоп, виноградный сок Сандора или садочек? Сандора даже. Подожди, то есть оно пахнет. Сева, понюхай теперь этого. Понюхай вот это. Угу. Ну ладно, Лен. Ладно, положи их обратно за упаковочку. Прощайся с телезрителями. Прощайте. Не, ну не прощайся, но в смысле говорит до свидания, до новых встреч. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и жмите лайк. А, не лайк, я не сказала. Живите мирно. Жмякайте. Точно, пишите комментарий вот такой. И не хворійте ви мені. Всім пока-пока. Подожди.